Ай. Не обижают. Тут вообще такие хилы, что пятому можно только отстоять. Ну, Т4 так работает, контент такой. Ничего. Вот это курсик, потому что... Целка поиграем. Че? Только ХМ, ЗС поиграем. Только ХМ, блядь, только ЗС, ХМ. Да обычки хватает. Особо ничего такого нету. Потому что вот обычки, мне кажется, за ЗСОКа будут поначалу сложные, потому что тупо Т5 не будет у всех, типа. Смотря в какой последовательности откроют, потому что вот Адель закинул идею, типа, открыть БС вместе с ЦЛК. Ну, типа, да не открывают БС. Почему нет? Вот после Т5 будет БС, скорее всего, открывать. БС это ну, что? Ну а зачем обычка БС тогда с 271 шмотом? Кому она ну, нужна, кроме проходки? Смотри, то есть БС он тоже даже в обычке, но очень сложная. Такой же прикол могут не просто сказать, давайте сначала ульдуар хэм откроем, а потом будем БС открывать. Чё такое БС? Бронзовый старт. Там 71 по 80 шмот. Слышь, Юля, а ты травила вообще БС? Ну, в БС-ке, да. Нет, нет, я ушла как раз перед БС, типа ульда хэм. Ну, там просто в обычке, я знаю, да, ковер играет, сложно. Я знаю, знаю, у нас ковер же на X2 играет. Я просто вот, ну, я сам вот вторую неделю как с X2 ушел, и, ну, в хэме, ну, о хэм даже говорить можно, ну, можно не говорить, то есть, в обычке там пиздец что творится. Ну, сказали, отвратительный рейд. Они же теперь этот ждут, Санвел. Откройте Санвел первым делом. You see me rolling, the hate in. Неферят, жопу мира. Игра на танке такая увлекательная. Ой, блять, Акума, сорян, брат. Я тебя поздно заметил. Блин, я и Фурика не могу спекнуть для Сандера. У нас Кроги нету. Помойный рейд. А куда плейбой ушел, знает кто? Чем тебе комбо дрога? Он 4% ДПС дает меликам. А, ты не про крит, про ДПС? Нет, не про крит, а именно физурон. Весь урон наносимый. Физический. А комбо уже, по-моему, там вообще урезали Т4, ну, вообще хуёво играть, нет? Ну, я комботов не видел, сейчас что-то внезапно появились, дофига шедешников. Мне просто на днях вот аккаунт дали, там челик в армию съебался, робу 260-го. Я зашел на него, что-то там, блядь, 14к ковырял, блядь, да, думаю, ну его нахуй, комбота этого. Ну, шедеши съебнутые, причем это после нерфа. Почему до нерфа ими не играли у нас в гильдии, странно. Играли, почему? Там три разбойника точно были. Беба и в первом рейде два или три разбойника. Ну, типа два точно было. Беба? Беба не играл. Так, босс Дермич, фонарь. А, устали. Дайте столик маги. Паприка. Я в РС-ку не смогу, друидом Кирилл, у меня КД. Он про маги игру. А зачем ты тут сам, типа, ну? Ну без проблем, давай зайду. Типа завтра друидом схожу, мне похуй. Или послезавтра. Тысячу лет. Я хотя токен хотел задонить, и думал четвертый забрать за ИП во втором рейде. Ну это подстава, Кирилл, блядь. Давай, дай.
А можно это фласку на хп? Танку? Хочу фласку на хп. Фласочку на хп. Это ЛКшная? А, у нас БКшная. Кирилл, у тебя, кстати... КАшных нету. А, ну давай ЛКшная. У нас в одной пати. Доски, да, может? Так, на кубы все услышали, кто здесь стоит? Войт, Ром. Положишь ГБ? А? Войт, Ром, поговорю. Да, Войт, Ром. Стою нигде, надеюсь. Войт, Ром, Рид, Полумесяц, Адель, Трусы, этот, Барбарос, Крестик, Япчин. Реслин, Трэш, этот, Термич, первый фонарь, второй, Чувава, третий, на босе. Зашли все в узорю. Да, пожалуйста, чувак. Да вы заебались этим пати. Один просит нахуй туда, блядь, перекинуть, другой туда, нахуй. Там Мирая, блядь, уже эльфийка бездны, нахуй, страшная, блядь, стала, нахуй. Меня Зандалар, можешь меня к миликам кинуть, я МАП дам. Не-не, ты не дашь, ты кастер. В смысле, я хант, у меня АП, чувак. А, ты чё, так пойдёте. А, блядь, теперь нету этого, нахуй. Блядь. Нету каски, ебливый. На финтах. Дайте, пожалуйста. А, вы два ночнорождённые, всё, понял. Подожди, потом. Всё, давайте, давайте в клубах и поехали. Кулак, обновите Ондри. Боже, быстрее, быстрее обновите его, 35 секунд. Ой, быстрее. Паладины, там мета, пальпавр. Я с крестами, мы с боженькой. Я с протобафом, с защитой. Каска на всех висит, я же, ну, вижу. Вот сейчас есть, типа, маны 17900 стало, было 16. Всё, поехали, на. Это лаг, брат. Что за печаль? Кирилл в депрессии. Кирилл, мы с тобой, не надо. Да, не надо, додумайся, это не стоит того. Добрый, добрый, хорошо. Первый танчик, Кирилл. Дермич, да, потом я, потом Чувава. Да фак, Мирей больше меня дамажит, понерфить надо. Эльф бездны? Ну, эльф он бездны бы убрал вообще способность, которую откатывает. Сейчас я бэшку сделаю нахуй, там как будешь сосать на суке. Я не против. Не, пока я, блядь, FPS в норму не придет, пизда, я на вот рушу серу, нахуй. У меня жопа горит на этом гибике, блядь, 15 FPS. 10-15. Блять, вообще нахуй неиграбельная хуйня. Тем более на шедешнике, блять. Когда какой-то, блять, индивид на танке, блять, повернул нахуй, и у меня с опозданием приходит нахуй только, блять. Через секунды две, что он не спиной стоит. Какой плохой индивид на танке. Наверное, он вчера в соло ЦЛК танчил. Ой, фу, Ильча. Не на танке. В смысле, блядь, три Африка, блядь? Там Барбарос демон, нахуй. У него он демон всегда был. Я не знаю, почему он в Африке. Так он в демоне, что ты, Адель, мне, блядь, ну, загоняешь, ну. Все нормально. Так минуса не Аделю. Хули пиздит так много. Ну, блядь, пизденца загоняет, короче. Короче, ты Юля одобряешь ему минусы, ну, да? Бля, а конечно. Бы не пиздел бы, а Геру давал.
подготовились кубы. Кубы прожали быстрее. Все отлично, босс убить. Трэш, поехали. Стан дай, Рислин. Стопнули по боссу, не бейте вообще. Стопнули, блять, петов уберите, все уберите. Стопните, босс вообще не бейте. Кубы прожали. Нажмите ромбик, ромбик, ромбик. Ромб, нормально, все. Нихуя не нормально. Кто не нажал? Ромб был нормально, блять. Его нажали самым последним. К тому же отпустили другие. А, видимо, у тебя залагало, что ли? Не, ромб нормально был, блядь. Ну, типа, я же стоял около печенья. Ну, типа, я последний. Ромб сам последний появился. Вон, скорее всего, пишет, что он пустил. Блядь, ну вагоны нахуй. Там босс скажет, типа, нет, только не снова, только тогда можно отпускать. Он не сказал. Нужно, чтоб 5... Как бы все со звуком играли, вайп. Ну, сука, ну да, так знаю. А хули, давай вайпаться тогда. Я бы лучше звук включил. Или в чате, знаю, смотрите, если звука нету, в чате... Андерточ, Андерточ, иди печеньку понажимай, блядь, я отдалю камеру на максы, блядь, посмотрю, нахуй, кто там что не прожал, чтобы занудить, если что. Мне, блядь, неудобно, нахуй, нихуя не видно. Перепивать фласки, кстати, как ты не перепил. Давайте быстрее, блять, мне еще и бэшку надо, блять, будет делать, нахуй, по-бырому, блять. Там моя чешка в луте, в РС-ке, я чувствую. Там три кольчужных сапогов. Чешка на танка? Бутсы на танка? Блять, единственное, что мне не нравится, когда вот это вот вливание тьмы, блять, под мгновенной прокиши, блять, теневой транс нахуй израсходывается так этой хуйни. Блять, немножко не прикольно. Пристава. Поехали, блять. Пристабав. Есть же пристабав, где ты был. Заберите мама, а это Реслин там так далеко уже. Теряю танков, к сожалению. И чё? И ту, у меня личбёрн есть? Прага есть? У тебя бабл есть, но ты лучше личбёрн. Не, это нельзя, это бабл плюс хс только тыкается. Иначе бабл не сдается. Фонарь, круто ты, блядь, пиздунца опять заменяешь. Не-не-не. Меня этому, в этом школе учили. Слушай, Кирилл, вот скажи честно, хотел бы вот
Если бы тебе ничего за это не было, вот перед тобой появится фонарь и просто отпиздить его. За что? А чё мне фонаря пиздить? О, а ну если просто бы там Кунка появился? Да Кунку тоже не. Он мой отец, он меня бить не будет. Так я, получается, тоже. Я бы поебал вот этому подпиваснику дал нахуй Зломана, блять. Разводчик нахуй. Может, да, нахуй. Для профилактики нахуй. А чё там случилось, расскажи-ка. Да ничего, блять. А из-за чего там спор был? Да, там, короче, чел захотел ролить на два спека. Ну, он РБКшный приз, короче, ДЦшник. Его там взяли, блять, можно сказать, по блатно. Ну, по большому счету, да? Он бесполезный. Ну, босс, он забагался. Блять, уже босс цепляется, нахуй, кстати. Босс, сейчас поедем. Короче, так вот, ну, типа, чел начал выебываться там еще. Высказывает свое негодование, когда ему сказал, что типа ты ролишь. Раз ты хочешь на ШП ролить, значит ты будешь ролить только на ШП. Ну, а на ДЦ типа откисаю. Ну, его это задело. Он начал мне. Ну, он там что-то пиздеть, я уже не помню что. Ну, короче, там маты, перематы, все хуйня. Unskill, говорит тебе такое. Да. Я в шоке. А все потому, что фонаря не было. Да, реально, кстати. Ну, как протопал, бы... тоже конченый был, хрутолог, блядь, вообще огромный держал. А, у вас был протопал? Ну, да. Я, блядь, короче, умираю, нахуй, на Джиналай, блядь. Эдик мне такой пиздит. Что такое, нахуй, ебать? Я, блядь, один жертвенный огонь скупейсил. Я был в ебаном дестрике. В дестрике агро сорвать, это, ну, я не знаю, угу, что нужно сделать. Говорил, Кирилл, ты, типа, кукать. Да типа, ну, я просто один жертвенный огонь кинул и пизда, нахуй, умер. Ну это вообще. А у меня с агром были проблемы с выживаемостью. Тебе это уже типа, ну, прошедшая история. Я в шоке. Что из-за фонаря, ёбаного? Как раз таки это. Приготовились кубы нажимать. Кубы прожали быстрее. Быстрее кубы, все, отпускайте босса бить. А у нас гитарист еще? Да. Зовер, этот, изгнание зла, ПКД по звезде, стан дайте пока. Моба, которого гриппают, сразу стан ебаш, пожалуйста. Следующий умирает гриппу. И по звездочке сыграли все-таки. Фиряй, Зовер. Основная задача, по-моему, фиряй. Бля, фонарь, далеко сильно ушел. Следующего гриппа и он. Тут везде сыграем. На РДД добейте последнего. Без метки милики посудить. Приготовились кубы. Прожали кубы быстрее. Все отлично, мы вас умеете. Все, по боссу стопните, не бейте вообще. Стопните по боссу, не бейте. По трэшу поехали, свищнулись. Босса не надо пройти. Трэш сыграли, все быстро. Блять, таргет бы еще твой бес один. Реслин, давай стан. По боссу поехали. Побежали быстрее к воротам вообще. А, на меня бежит. Еремич, забери быстрее. Не, он спал. А, ладно.
Если меня дебаф проспал, я уже мог танчить. Дай дермич. Дермича по. Ревностный. Какой там да, там. Мессану? Нет, не мессану он задержит. Понял. У меня так же было. Нахуй, даже... Не, даже я думал, это в целка лагает, нахуй. Даже в этой хуйне пиздец как лагает. Пизду, пока это в норму не придет, ебалый в рот. Это брать. Забудьте лут. А, да, лут не забудьте. Еще мешок забирайте, ну и сумку нити, остальное отказывайте. Дайте ДПС чисто босса. Без трэша желательно. Кто там успел сбросить после этого ебаного трэша? Вау, Юля будет ману. Она щитом дерется. Аккуратнее. Ондра. Ондра Ботикс. Ну да, что? Ты завтра идешь танчить. Кого, блин? Солка, блядь. Меня завтра не будет, нахуй. Тебе свой аккаунт дам, пойдешь на ничего как. Не, реально, ну, без подъема, без шуток, без нихуя. Там мы реально там нихуя не... Не договаривались. Тебе понравится. Я завтра не смогу. Сможешь, блядь. Не, не смогу, не смогу. Да не пизди, нахуй, я знаю, что ты сможешь. Я не дома буду. Не смогу, чувак, не. Я так не рассчитываю. Не загоняй пиздунца, блядь. Не загоняй, я тебя базарю. Рыбу хавайте.
Угу, угу. Покидаем огонь. Ну, войда тоже, как бы. Андрей, тебе придется, понимаешь? Да перенесите на другой день, ебать. Вместо обоссанного ГМХМ в воскресенье, го. Панкану тогда изи. Эх, когда уже пенсия, блядь? В среду. Да, блядь. Так, Дермич, двоих, как обычно. Этот, Серега, заберешь киллера и короля, и этот, фонарь твой, череп. Печеньки раздаст им. Давайте речи, Кихира, блядь, Undertouch. Это и дал нам. Все, чё, дым, никто не бьет. Ждем команды. Поехали. Ебать залагал сейчас. Не бьем этот, живую бомбу выносим. Да говорю, не бьем, блять, алло, нахуй, прием, Блэкич, блять. Сука. Я, блять, сказал бить, нахуй, Блэкич, прием, блять. Че, резать его? Резать, блять. Все, теперь бьем. Завер, можешь на чип повесить частицу? Потому что он далеко стоит. Щупета моего убил, блядь. Спасибо. Спасибо, Блэкична. Будь здорово. Это, спасибо. Красноязычие повешай, батя, пожалуйста. Ман, огонь. Дай я забаунт, Кермичу. Все, стопнули, кроши не бьем. Полм открылся. Геру дали фулл ДПС полму. Снизи черновик. Я тебя залил. Спасибо, детка. Ждем. Ебать, нихуя, смотри-ка. Это что там, сотка, сотка подарочная, да, или две? На один тупо. Ебать, хорош, ну. Первый раз в жизни. Это все из-за того, что я видюху почистил. Видюху почистил. Киллер открылся, по киллеру поехали. Все дружно, блядь. Всем силам. КС главное, видишь? Патикет спинул. А, это физа. Типа она тут не диспалится. Я понял.
Ну что ты, братишка, грести? Хорош, поехали. Живу бомбу ночь. Когда-нибудь фулги будет с апнутыми Т4, и мы не будем сюда ходить. Не будет. Ну, люди уходят, да. Приходят. Типа, кого-то в армию забрали, кто-то учится, кто женился. Ну даже если даже мы сделаем фул, апнем гильдии, нам еще ходить сюда месяца 3-4. Эман огонь. И есть бан. Потому что... Всех твинов Войда надо еще оправдать. Да, да. На, Войд это пиздец. Реально, блядь. Ну, шестой у меня вар будет на очереди. Протовар. В основном. Ну, я дамажить тоже люблю. Фурика делай. Да у меня все три спека будут. Каст? Чё каст не тихнули, блядь? Спите в канах. Чё, кеглер откроется? Слепой. Киглер нам. Войд, под твоим предводительством готов выходить хотя бы на погибель гер. На погибель гер. Что думаешь? Я не умею, я не умею. Сука, хекс дал, падла, блять. А чё погибель? Причем тут погибель? Ну хэм погибель, вон даже гирмич танчить будет. Да не. Да он там ходит и так, блядь, с какими-то фриками, блядь. А вы откуда знаете? По каким-то инстам, блядь. В смысле, по каким-то, а? Я резку ЦВК люблю. Откуда мы знаем? Да, ты там, блядь, есть... по всем помойкам ходишь, блядь. Почему сразу помойки? Мне кажется, он уже 25-ку даже ходит. Пирожана бычка, нахуй, даже. Ну, Ульду, наверное, тоже где-то ходит, 100%, блядь. Не, Ульду давно не ходил. Тебя, наверное, NPC по имени знают. Да, да? По-любому. Сука. Реально, блядь, NPC нахуй. Вот, блядь, заходит вы, блядь. Вы тот самый Вольтвин? Это чё, бабульки у подъезда, что ли, NPC? Получается так. Я когда домой захожу, блять, у подъезда бабки сидят, говорят, ну чё, как, блядь, сходил, ебать? Хуя себе. А это Кирилл с Настей сидят там. Я найду минут. Состарились. Ну да, конечно. Слышь, братан, как ты так преддрессировал, короче, чтобы они тогда говорили? Просто играю 4 на 7. Лут с магика забрал? Да.
велики. Аккуратно. Это они сделали жетоны, да, там на 3-4 спек. Надо, чтобы жетоны были в бою спекаться. Хуяк. Да дешмот прыгнул, поехал. Хуяк стаунтил, блять, да? Перетаунтил, хуяк похилил, ебать себя, да? Хуяк переоделся. Маны же не будет, чтобы хилить. Похуй, иннер есть. А если иннера нет? Двой до заказа. Банку на бану. Если войт не идет. Все, расход рейды, блядь. А без вайда рейды не закрываются. Реально. А ты какой войт? Спирит или фейслест? Не его, блядь. Ну у меня вот спиритус есть, приз. Значит, спирит. Значит, спирит. Мид идешь, да? Я в доту не играл никогда, не знаю. А вы в курсе, что ой, да? Ноги как залупы. Видел кунка эту хуйню? Нет. Ну присмотрись, у этого. У факелес войда, блядь. Факелес? Хорош. Блять, пожалуйста, погиб, получил эфир, серьезно? Пиздец. Ой, блять, ну это просто в стену врезалась. Дать вандам! Не дам. Не фернули. Я в шоке, вот они. Два паладина дали диван, я завидую же. Зов Веркальса тоже дал. Я не знаю, спекайтесь там в мультиках, блядь, потому что подъебало мне особо некого ставить. У тебя есть войд, ебать? А шо войд? Ну войд, иди подъебало. Чё тебе могу сказать? Видишь, как охуенно. Друиды они такие. Многослойные, блядь, как лук. Ну я опять это своего подъебал, мы что? Ай, блядь, хотя нет, это хуйня, наверное, уходит нахуй за спину. В Африке нет. Ну ты точно, ты видишь, кресте, короче, подъебал. 3-4-5 пати руки закрывать. О, ГЦ, ГЦ. Лучше бы продал, мешок больше получил. Я разве заметил, вставился, блин. Мне, кстати, печенька одна нужна еще. Ну. Посмотрим, за сколько она уйдет. Ну, если ты участвуешь... Если по 20-ке пошло, она нахуй, блядь. Блядь. Рыбка там, тыры-пыры. Где рыба? Там же еще трэш. А, давай после трэша, а то сдохнут пару. А, рыбу поставили. Ебать, на сколько ты оборотов закручил? Эндерточ, ты стоишь все время кресте, когда я говорю, блядь, за спину, значит ты бежишь за спину. Так стоишь все время кресте. Остальные все руки закрываем, не проебываемся. Фонарь ты на руках, сзади. Звездочку первую хуярки. Заберите звездочку. Спасибо. Ай.
Заберите звезду, блять, пожалуйста. Я только один танчу, но всех не хватит. Дермич где? Где дермич? А нет, все, это я танчу теперь. На халяву пришел он. Мое. Я руки справа же? Или слева? Сзади закрываешь, смотри по обстоятельствам. Если что, там кричи, чтоб помогли. Ну-ка, кто быстрее до креста добежит? Ну-ка, давай. Все, я первый, блядь. Первая, вторая пати стоит в кресте под ебаном. Роги, я не знаю, спекайтесь, мутика, блядь. Наверное. Вам так лучше всего будет. Конечно, ебать. Скалопендра самая полезная хуйня. Хера, все еще дым. 5, 4, 3, 2, 1. Руки закрыли. Справа. Закройте справа, заправо. Метеор справа ушли. И слева рука. О, заебись, руки закрывайте. Сейчас. Так адский был. Какой нахуй адский? Это адский был. Да? Угу. Да. Руки они закрылись. Да. Значит, я думаю... Бля, это сори, дай мне хп. Это у меня походу за четверь. Я забыл спекнуть. Забыл спек. А почему адский был раньше времени? Какая, ну, потому что она ошеломляющим ударом, наверное, потому что убила вот этим. Ладно, мы им бьем, можем повернуть. Нет, понятно. Ну, сори, я завтыкал. Не, падайте на звезду. Шишки, блядь. Там шишки, да. Да. Ну да, дай ГП. Ой, это не ГП, я помню. Я бы тебе дал нахуй кое-что. Да, нахуй. Да. По мне масрез в центр, да? Может, еще на ком-то нет. Да, вон тут в центре на фонаре, на хисяке нету, когда масрез. Кого нету, блядь? Что? Ты в прошлый раз масрез, что ли, юзал, блядь? Я тебе говорю, вон в центре, да. Мы тут прямо в центре. Блядь. Он масрез юзал, там 3 минуты еще масрез. Рейд, встань, если ты недалеко, или кто там. Все, окей, рейс. Блока, главное. У меня рейд, я прям под боссом лежу, типа, у меня нет КД на масс.
Да это понятно. Главное, чтоб лог был, блять, потому что не все смогут резнуться. Кого-то с умой нам придется. Чего, фрезните, если порезка. Все нормально. Окей, шкаф стык. Это мушка сравнена, чё, парни, да, да. Джесса, поставьте кто-нибудь. Где рыба? Ты сел на нее, фонарь? Нет, я стою. Сел на нее. Не верю. Тебе сказали, ты сел. Извините. Я на нее сел. Все. Давай, церщи на полубав, поехали. От хера. А дай добежать. Скачок, наверное. 5, 4, 3, 2, 1. Пиздец, просто вначале подлагало, блять. Спасибо, играла. А сзади помогите руки. А, уже все. Метеор справа. Руки закрыли. Да в красную рунку прям вставать, да? Да. Под баблом можно. Ушли, что, за спину. Да, ушли. Ушли из креста за спину, босс. Зубы подорми, чё. Давай. Зубы? Помогите сзади. Подъебало, вернулись быстрее, чего стоите. Крест, первый, второй рейд. Первый, второй пати. Руки. Блять. За спину, дайся круг. Блять. Серый, дай по вытвью репер. Быстрее. Мася по андерточу. Блять, по вытвью, Мася, по вытвью. Подъебало, подошли, быстрее. Сука, ушли за спину, быстрее, блять, тупые нахуй. Что у нас по ПРам? Все, блять. Угу.
Ладно, я подъебалась там. Моменталка резнул, что-то я поторопился. Блять, Эндерточ опять сдох. Твикс подъебала быстрее. Ну, блять, ну почему вы такие тупые? Я не понимаю, нахуй. Сука, блять. А руки сзади. Помогите, еще один. Фиеста шопа FPS. 17. Рубки. После шокламляющихся рубки. После ошеломляющего сразу уходим за спину. Ушли за спину. Быстрее. Сдай сокру, Настя, у Юля. Я давала на прошлый раз, когда ты сказал. Подъебала, вернулись быстрее. Ой, левую руку добройте, добройте левую. Если не дали, подымашь. Помогите руки. А все. Бля, ебаные кисти выпали, когда мне нужны уже. Обратный пул был просто капец. На пиздец вообще полный. Да вообще потерялся, где я стою. Понял, вот мы сейчас стоим все в инсте, да, у меня 30 FPS. А он такой же, как Скар и ХМ, да, примерно? Ну, примерно. Он такой же, да. Ну, почти, там, там выиграл. Все по одному. Там все по одному отличается. 76. О, дай мне пока плащик. На трансмог. Бля. Зовер, а ты на что обмен? Окунки забирай. Быстрее, немножко думай. Окунка плащ, дай, Зовер. Сам трейд даст. Ну, я вчера там. Заверами.
Мне кажется, печеньки каждый РТ все дороже, 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 блядь. Да нет, за 22 уходили даже. Дермище, блин. На 20. Лондра. 25 дермище. Дермище, блин. Вот так вот и ходи в первого рейда. Так во втором он ковер за 22 или 23к забрал печеньку. Ну так это единичная акция была. Нет, все равно дешевле 20, я не помню уже давно. И во втором, и во втором также забирается. Давай. Завер, что ты, на что ты кидал? Я не могу понять. Рукавиц. Ладно. Третий. Токен последний. 20 канах. Нормалек, дермись. 3, 2, 1, дермич, мин. Все, дермич, фул печеньки. Еще одну, ладно. На еще одну тебе типа не хватит, наверное. А не, 20к еще. У него 2600. А, ты не обновилась просто, понял.